Любители почаёвничать настоящим заваренным чайком да под грелочкой вам посвящается это видео. Собрала в подборочку грелочек, которые у меня сейчас есть в наличии. Первая была с ромашками и клевером. Это целый наборчик у меня с ёжиком, с малинкой, грелка и салфетки. Вот она грелочка, это ручная роспись. Утеплено все ватином хлопковым, подкладочки, все простегано. Грелки большие, умещается даже маленькая кастрюлька и большой чайничек. Вот такая грелочка на Пасху, хороший подарок. К ней еще есть скатерть с салфетками, вербочка. Это вышивка, клеверок для высокого чайничка. И сзади вышивка, такие тоненькие веточки. Льняное кружевце, посмотрите, какая красота. И еще наборчик у меня вот такой, невесомые колокольчики. Такая подкладочка, тоже ватин, салфетки и сзади тончайшие травинушки. Всем хорошего дня!